Стало известно, что осужденный за получение взятки экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 1, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд 27 апреля удовлетворил это ходатайство. Таким образом, экс-министр будет вскоре освобожден, если с апелляционной жалобой на решение Московского районного суда не выступит прокуратура. Пока решение суда не вступило в закон, силу, Улюкаев будет находиться в колонии. Подробности сразу после праздников. В Центре образования имени кавалера Ордена Мужества майора органов безопасности Александра Отращенко прошел урок мужества для учеников первого в регионе кадетского класса ФСБ. Урок, посвященный Дню Победы, посетили участники поискового клуба «Витязь». Поисковики рассказали кадетам о Великой Отечественной войне, о боях, которые прошли на территории Тверской области, о поисковом движении. Ребятам показали оружие, обнаруженное на местах боев. Реальное, настоящее оружие, с которым наши прадеды отстояли свободу и независимость Родины. В патрульной службе мы рассказывали об этом уникальном кадетском классе под кураторством органов безопасности. Класс был открыт в начале нового учебного 21-го года. 28 кадетов обучаются под классным руководством подполковника внутренней службы в запасе Ярослава Живлатова. На мой взгляд, в настоящий момент Россия нуждается в настоящих патриотах. Посвящение учащихся 8 класса образовательного центра для нас это знаковое событие для управления ФСБ Тверской области. Мы сейчас соберем для чего? А для того, чтобы кадеты, находясь в форме, нося форму, они принимают присягу кадетскую, в которой клянутся в верности Отечеству, в чести, в мужестве и отваге. Это будут настоящие патриоты, на которых Родина может положиться в самые сложные периоды своей истории. Именно в кадетских корпусах и в кадетских классах старшие поколения, чекисты нашего управления, могут им передать и память о наших ветеранах, о наших предках, которые отдали свою жизнь на полях сражения во все времена нашей истории. Для 28 мальчишек и девчонок, чьи погоны с 15 октября 2021 года освящены клятвой верности и долгу, проходит насыщенная учебная программа. Физическая подготовка сочетается с углубленным изучением специальных предметов. А еще есть возможность заниматься музыкой и танцами. Главная задача кадетского класса – вырастить из этих школьников всесторонне развитых людей, настоящих патриотов своей Родины. Спустя 2-4 года родители не узнают своих детей, которые пройдут курсы обучения в кадетском классе. Они будут мужественными, они будут благородными и честными. Они принесут пользу не только своим родителям, родственникам, но и обществу, и нашей Тверской земле.